Если ты хочешь купить или продать аккаунт в Сампе или в Стиме, но боишься, что тебя кинут, то тогда заходи на numtrade.ru. При покупке товара там есть онлайн-гарант, что дает 100% валидность аккаунта, а также ты можешь продать свой аккаунт и заработать на этом деньги. Ссылка в описании. Всем привет, ребятушки, с вами я, Митин. Сегодня мы в ролике хотел бы заняться такой хренью, как... Обустройство на стейтисе. Мне нужен, наверное, домик, тачка. И помните, я тогда в кейсиках выигрывал, короче, призы, там булки, шмулки, все такое. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что у меня там осталось. Вот мои призы. Прокачка скилла, 3 НРГ, буллет и хантли. Вот, нужны тачки активировать. Но чтобы их активировать, нужен, точнее, дом. Кстати, ребят, мой промокод вот так в голде вводите. Активируйте промокод, я уже его использовал, вам дают там скиллы и бабки, ребят, так что кто начинает качаться. И на мой ник регайтесь, там он с Сантера Голди, если что. Короче, надо домик какой-то гетовский, чтобы если что, заснять там, с братвой собираться, то есть с вами же. Вот, посмотрим домик, так сказать, мы же гетто-тащеры, нам нужно где-то в Лос-Сантосе. Ну, бля, здесь все куплено вообще, я не знаю, не купишь ничего по ГОСКе даже, тут просто все раскуплено. Так что надо будет что-то поискать, посмотреть. Там был в центре гетто домик. Но он тоже прикольненький. Может, сейчас тоже что-то тут найдем, посмотрим. Потом тачку активируем. И этот. Ну, посмотрим, как эта системка все работает, как она добавит. Вот. И, собственно, надо будет, конечно же... Опа, вон там домик. Вон домик. Это самое. На каптурчике, ребят. В балос, ребят. Жду вас в балосе. Вот. Если что, я девятка, я так всех приму. Так, ну-ка, чекнем, что по цене. Что по цене. Бля. Для пополнения счета воспользуйтесь вкладкой пополнить счет. Чё? Это что такое? Это трудно, блядь. Это трудно для меня. Пополнить счет. Куда? Для пополнения счета воспользуйтесь вкладкой пополнить. А, во, все, что-то я не то нажал, это вообще хрень. 661к? У меня 61к? Ёбаный рот, ну-ка, там еще чекнем. 61к, ясно, почему тут все дома куплены, я понял, блядь. На шахте погорбаться 5 секунд, и у тебя уже домик. Нихуевая экономика, нихуевая. Настя, я кейсы пооткрывал на этом сервере. Кстати, у них тут кейсы есть, помните? Я с Олей открывал кейсы, вот. 1 миллион выиграл, и вот до хера тачек. То есть там вообще беспроигрышная херня. Не знаю, мне очень понравилось, все. Сейчас будем от бомжа до гетто-тащера, пацаны. От бомжа до гетто-тащера. Грубо говоря, я ж бомж. Ну, конечно, инвайтнутый. Вот, но все же, собственно, я вас принять смогу. Так что это как туториал, ёпта. Вас приму, вы станете гетто-тащером. Но вам тоже домик нужен. Тут нужен домик, потому что постоянно машин не хватает. Не хватает машин. Вон там домик по ГОСКе, вон он светится, еле как видно. Машин в банде не хватает. Тут очень мясные копты, поэтому... Вот такое. Поэтому мне точно нужен домик. Во, вот здесь вот как. Бля, ну здесь лучше отсюда ехать. Ну, центр гетто. Да и здесь собираться. Так, что там? 97к, лол. Так, блять, я боюсь, вдруг его купит какой-нибудь хуесос. Ладно, 97к для меня это хрень. Че, пацаны, давайте я этот домик покупаю. Напишите в комментах, какой вам дом лучше, больше лучше нравится. Вот этот дом? Или же тот, который там был. В общем, ребят, я, короче, покупаю этот домик, да. Покупаю этот домик. Сейчас посмотрим. Да, все куплено, все куплено. Короче, либо вот здесь домик, либо тут. Не, мы же коптимся с Вагас, а с Ацтек, соответственно, мне отсюда будет ехать легче, чем вот так вот отсюда. Щинь-чинь. Ну, это такое. Так что, все, 97к. Охуеть, купить. Да. У-ху. Блядь, это музыка. Это кайфовая музыка. Так, ну-ка, команда вообще. Так, войти. А чё пыньте? О, найс, это бомжатник этот пиздатенький. Не, прикольно, инта. Ну, для гетто-тащера вообще офигенно. Это вам не Вайнвуд, пацаны. Может, тут вообще мебель можно расставлять, я ж не знаю. Давайте о возможностях посмотрим. Статистика, количество комнат одна, я понял. Дом оплачен на 5 часов, ясно, надо оплатить сразу. Чё по квартплате? Улучшение. Автоматические двери. Во-во-во, все покупаем, все покупаем. Сейф для хранения наркотиков. Конечно, я шнарик. Холодильник. Найс. Шкаф и субсидии. Ну, это я понял, как где. Окей. 40к. Окей. Окей. Все в дом впариваем.
продать дом. А, ну тут нет таких возможностей. Просто что использовать как спавн и хранение всякого дерьма. Так, а где оно что появилось там? Так, о, оно автоматически вот сейф. Сейф, сейф. Какой код? 00. Найс. Деньги. Окей, окей. А где? О, тут шмотки. А, как оно там? Юзы. Блять, как поставить-то? Так, мы там выкупили улучшение. Как поставить? Код сейф. Тут сказано, где. Шкаф как использовать? Шкаф? Так, блядь. Шкаф? Так, окей, окей. Хомы дальше. Смотрим, братва. Так, улучшение. Шкаф для одежды. У вас уже установлено это улучшение. Я понимаю, блядь. А как мне активировать? Здесь $43 в день. Найс, найс, найс. Окей. Блин, на Адване что-то юза было. Шкаф. Шкаф. Да, мне даже английский в голову не идет, чтобы что-то такое вести. Короче, окей, потом узнаем, как шкаф юзать. Так, теперь мне интересно тачечку нашу. Тачку. Так, приз. Так, давайте. Вот для тащера булка не очень будет. Так, а что за улучшение для персонажа? О, решительность, рюкзак. Блять, рюкзак. А у меня какой левел? Да, я как... Блин, у меня 30 левел. Надо быстро качать 5. Так, дом, мой домик. Домик, сука. Сука, домик. Так, мотоцикл, авто будет. Короче, давайте НРГ, потому что для тащера нужно НРГ. Ну, может... Да ну. Лол. Найс. Ух ты, открыть заявление после Дерегруф. Ничего. Блять, ну-ка. Красиво. Просто козырно живем. Офигенно, пацаны. Просто изи. Надо скриншот сделать вот такой вот красивый, на превьюшку поставить. Блять, какой я сасный. Вот это домик. Пацаны, короче, если что, собирайтесь здесь обязательно. Собирайтесь здесь. Будем здесь что-то мутить, и что я буду там писать, типа, приходить сюда, чтобы вместе что-то поснимать, кто хочет попасть в ролики и так далее. Обязательно запомните мой дом, он находится на Джеффуде, я тут живу и так далее. Вот, идем на каптики, ребятушки, будем точить, не забывайте. Я могу вас принять в баллы, пишите в комментарии обязательно. Всех приму, ребят. Погнали на каптурчики. Фига себе, в каре можно ган собирать, нихуя ты, блять, опасный. Вот это лидер, блядь. Едем на капт от такого лица, как тащеры. Как тащеры, красиво, красиво едем. Капт нужно снимать, как всегда на мувик. Блядь, нихуя. Вы чё тут делаете, пацаны? Ну-ка, наверху там. Опа, блядь. Опа, Патрик. Лежать, Патрик. Следующий. Да ёбаный. Так, бежим нафиг. Опа. Ясно, окей. Во, подписчиков моих принимаем, пацаны. Все идем в Балас, короче, приходите там, говорите от меня. Я всех приму, или пишите мне куда-то, я всех приму там. Вот. Принимаю тех, кто поставит лайк на этот ролик, иначе никак вообще. Хуй знает, что-то GTA-шку типа новенькую так собрал, ну графику кое-какие плагины понаставлял. Хуй знает, надо будет потом что-то все переделывать, ёпта. Не тот результат, который я хотел. О, может лидера обоссать, если я лидера обоссу. Блять, что-то я кривожопый. Сейчас лидера обоссу. Обоссан! Да, это я даун такой. Так, окей. Идем на одну тычку и башиться до конца. Стреляемся до конца. Че, он префом выйдет на меня? Лежать, блять. Ёпт, пацаны, вы чё там? А мне чё, хп кто-то дал? Стоямба. Лежать. Ой, найс. Так, мне, короче, надо аптечек сгонять, закупить. А то я каптур буду сосякать. Вообще дико. Так, поехали на наш закуп. Идем на наш закуп. Ах ты по мне стреляешь, блядь, животное. Сука невоспитанная, мразь, блядь. Ну-ка телефон нахуй своей, блядь, этой дай. Расскажу, как надо, блядь. Таких... тачеров воспитывать. Ку-ку. Так, аптечки. О, ну, ясно. Ясно, блядь. Сука, раскупились. Да, блядь! О, найс, это работка для меня. Один в 20, это для меня, пацаны. Так только я могу разъябывать. Так, нахуй. Я по нему даже не попаду.
Ой, блядь. Ой, блядь. Так, нахуй. Гоним, 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 гоним. Гоним! Пошли нахуй, блядь, лохи. Е-е, блядь. Думали, убьете? Думаете, блядь, на мувик меня запишете? Не, нахуй. Блядь, чувствую, запишут. Да не-не-не-не-не, нельзя вам так меня уничтожать. Давайте по одному. По одному, тачеры. По одному. Короче, ладно, похуй отсюда. Что сделаем, то сделаем. Сражаемся до конца. Вон там тащер бежит. Сейчас от него я отлечу же. Так, лежать. Первый готов. Дальше идем. Дальше, дальше, дальше. Тут где-то тащер. Раз, два, готов. Следующий. Да шо ж ты, блядь? Ну что за имы, нахуй? Меня сейчас сверху ёбнут. Ну пиздец ты, мразь. Окей, каптурчик захватили. Найс, тачеры, тачеры, тачеры. Вот это красиво, пацаны. Мои фраги, да, зарешали, наверное. Окей.